победу одержал Батыр Бултаев, Алтайский край, Республика Алтай. Это была вторая заключительная схватка, 255 килограммов. Карьера 72 килограмма, 1/4 финала. Мансигах, Владимирская область, Республика Чечня, Зубаир Арслан, Москва, Калининградская область. Ковер А. Уважаемые зрители, судьи, представители, участники, в нашем зале внимательно наблюдается встречами главный тренер сборной команды России, пятикратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта Гоги Нурманович Кагуашвили. Тренер сборной команды России до 24 лет. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Алан Кугаев. На ковре Б закончился первый период. Выигрывает Ислам Опер 1-0. Борец с синим трико. Молодой борец, 98-го года рождения. Победитель перед судьей Сергей Юниор. Третье место на призовом турнире Иван Потупов. И победитель перед Россией среди юниоров. Ислам Опер. Данилос, руки! Даня, терпеть, руку забирай. Гол не опускай, Даня, гол! Борец красным трикотом, мастер спорта международного класса из Санкт-Петербурга. Руслан Исаков.
призер международного уровня Мандукова и в прошлом году Одинцова.